Знаете, ребята, когда поднимаюсь сюда к маме, вот кто-то поставил, давно стоит. Я тебя люблю, не бейся, Иисус. И когда что-то происходит такое в жизни, я думаю, да, все, не бейся. Я тебя люблю, не бойся. Все. Сразу спокойно на душе. Поэтому пусть для каждого из вас будет эта надпись. Здрасте. Як сахар? Да ничего запретного не ела, все равно так. Ни хлеба, ни фрукта, ничего я не брала. Выравнивайся, выравнивайся. Сегодня посоветовала зрительница, что есть какой-то врач, который вот именно по звонку, что, да, что возможно у тебя как-то искривление таза. Может. Искривление таза может быть. Да. И что это как-то лечится какими-то упражнениями. Мама, вы же светили, сказала, ничего нема. Ну ничего нема, ну таз может быть. А ну повернись вот ко мне задом. А ну ровно стань, ровно вот. Ну у тебя левая сторона выше, чем правая. Да. Вот эта сторона сама по себе, оце, да. Вот в цьому месте болит, зараза. Я ночью просыпаюсь, что ли. А до этого болела? Не, вроде бы. Я же уже хорошо, вроде ты фалыбана. Вроде ничего, мамка, ты уже ходишь. Вот надо. Там у меня есть. Я была. Посоветовала зрительница, что очень хороший какой-то Сам врач. Так. Сейчас я скажу. Хорошие огурцы я купила свежие. Есть. Спасибо, мам, я не хочу. Ты эти малосольные не ешь, они с сахаром. А? Они с сахаром. Сахаром? Конечно. Ну, я манюсь, вот такие манюсики взяла, а тебе хорошие оставила. Сейчас я скажу, какой сахар, врач. Да, и дорого, заразы, продают. Огурки свежие, 20 рублей нашла на улице перед Яною. Вот медицинский центр НИО, угу. И там есть врач какой-то, Ивасюк, вот надо к нему на прием. И вот говорят, что 15, вот еще кинезиотерапевт. Ага. Вот, найди, он поможет. Ну, может. И походка нормализуется. Ну, что очень плотный график, что очень. В общем, надо записаться к врачу этому. Спасибо. Пополню тебе. Угу. Спасибо. Давай я тебе дам манасальтисон. Есть хороший. Огурчик свежий, огурчик квашеный. Не, мам, я не хочу. О, будешь кушать? Не-не-не. Яйца можу отварить. Боже упаси. А? Боже упаси, я так и не ем. Не будешь есть, да? Огурчик тоже не. Боже упаси. Я. Ну, огурец один, да, и все, да. Пополню. Огурец один, да, и все. Простой, простой, да, не, да. Не соленый. Не, я не хочу. Хорошо. Соленые мне дадут рецепт, хорошо, очень хороший сейчас, соленый. Сейчас. От что это? Что это ты падаешь? Ты упала. От что это? Ну, тяне сюда. Не тяне, бо ты не хочешь думать. Да ну что я не думаю? Перекособочилась. Все я думаю, все я знаю, не забываю. Угу. Вчера Зина сидела, каже это, она каже. А коли, Самвел, ти з утра приходив, чи коли? А зараз скільки, чорті що, як вроді з луни свалилась. Ну, це вже старчеське починається. Буде мені подарок. Буде мені подарок. Капуста з курицею получилась бомбезна. Вообще. Бомбезна. Куриця вона така жирненька була, ну вообще. Надя з курицею діла. Блюдо, звісно, супер-пупер. Молодець, я теж так рвала капусту, ну я так чуть-чуть зробила, що ж там мені на раз поїсти. Чуть-чуть так теж капусту. Я тобі свіжі, тільки вивуть і зразу свіжі і вийшли. Ні, то... Надя причепила, щоб вислати огурці. Вчора дзвонить, огурці, я кажу, Надя, не... все, поняла. Ще не вистачало огурці передавати маршрутками. Мені як треба огурці, я куплю. Кстати, ребятки, спрашивали там кабачковую икру. Я вам приготовлю. Икра у меня есть. А это что такое? А это я купила сегодня. Для чего? Вот все завтра буду делать окрошку. А то, что сегодня? А это потрошки пить. А для чего? Если ну, ты кажешь, что она тебе сахар. Там, это еда. Я так думаю. Ну так а зачем ты это делаешь? Воду пей. Воду пей. Я и так вода у меня всегда есть. И воду. Вот воду и пей. Зачем а ты? Это же еда.
Понимаешь, что это не вода, это еда. И получается, что ты пьешь 10 раз, ешь 10 раз в день. Понимаешь, что получается? Что это считается еда. Да. Что-то. Молоко. Молока, сыроватка. Компот. Это считается еда. Это не вода. Не H2O. Це не H2O. Це аж хер знашу. Я завтра буду, мені надо эти бедрышки, я завтра буду окрошить. Вот это надо есть. Авокадо съедать надо. Повыколупливай его, съешь. Это вкусно. Не хоче авокадо, понимаете? Так не хоче. Противне. Квашені огірки хоче. Та я взяла два. Оце собі оставила хороше, а собі такий. Хороше, мені не надо. Мені брати не надо, ти береш собі. Ну, давай, ти прийдеш. Мене дурить не надо. Попробуй, синок. Ти береш собі, дорога. Так, як ти розрізаєш огурчик, на. Ніяк я не розрізаю. А ти так, ну дивись. Дивись, я помила хорошо і все. Сьогодні покупала хороше. Ну, осталось раніше купила, я тобі сьогодні ще не дала. Митися треба два рази в день, кожен день. Мыться. О. Ну як, о, мама? Ну ти женщина чи чорти, ну як это, о? Та я миюся, що ще не підмиваюсь, думаю. Та не причому, два рази в день зайди в душ, открой, у тебя колонка. Вода круглосуточно гаряча. А полоснулась, голову помила, помилась, вийшла. Оделась чистим. Вечером перед тем, как лечь спать, чистая, лечь спать. Утром встала, помылась чистая. Ну как это, неужели это сложно? Я тільки що перед твоїм приходом була в ванной. А голова була в ванной, чи тільки нога? Я а голова не хоче помитися після ночі? Вчора мила, після 3 годин дня. Ну в шокі. Так часто вимагає саме. Жирні. Вкусні огурці. И у меня так жирнеет. Но я знаю, что надо мыть. Я шел. Вчера помылся вечером перед сном. Утром встал, покупался вот сейчас перед выходом. Я в шоке. Так, Путик, заставляй маму мыть волосы. Вот что пришла, помыла. Слушай, ну, другое дело. Не знаю, где моя кнопка серебряная с Ютуба. Должна была, я заказывал, там было сообщение в этом, ну, с того канала, с кулинарного, и что-то нету. И что-то нету. Так, це что таке, мам? Це что, мам, таке? Это сорочка. Чи який размер? 42L написано. Нічого. Такая сорочка. Вот. Сейчас уже лето кончается. Сотрудничество. Здравствуйте, напишите мне ВК. Не, ВК я вам не пишу. ВК я не хочу мне. Лето туда-сюда кончится. Вот сорочка, пожалуйста. Самалка. Объявляй. Ну что? Сорочка, стикай. Ну откуда я знаю стикай? Ну стикай скажешь там. Нормальных целых. 42 элька. Да, 42. Хорошая старая сорочка. Хорошая, да. Новенькая. Ще оцей этот комбідрезик покажи. От тобі поміряти би його. Оцю. Він на тебе хороший. От поміряй піди. Один красивий. Ну от на пляж ходить, купатися в ньому прям можна. Він закритий. Іди один покажеш. Так, один. Хорошо помила волосы. Да. Бач? Слышиш? Ну що, це сложно? Да, ну так кожен раз, мам, надо. Ладно, вечером на ночь не надо мыть. На пляж ходить. А день, говорю. На вечер мыть волосы не надо. Ты ложишься спать, не надо. Они все равно будут жирные. Но утром встать, надо полностью покупаться. Вечером просто тело помыть хотя бы. Ой, это вот так, через низ. Через низ, одевай, да. Я не хочу. Я уже одевала. Продаю. Ты его не одевала? Одевала. Нет. Не надо. Это шорты, это купательный костюм. Ну, хай хто візьме, купається. Я не ходжу все одно. Стикай, давай. Я не знаю. Это хорошо, руки закрива, понимаєш? Ну, нічого. Не старчицьким этим. Ти хочеш в юбці отой плавати? Та я не де не хочу. Я всі поотправляла один, оставила собі купальний. От що тобі. Проте я не знаю, по чому воно буде. Так. Це от така. Та світерок такий. Та це на роботу комусь тягати. Да. От рубашка хорошенька. Угу. Массимо Дутті.
Це моя, по-моєму. Ну, це я, може, не буду продавати. Не будеш? Ну, я посмотрю, може, до кулінарного каналу. Оце шорти можна продати. От ці, давай. Давайте, шорти хороші. Це футболка з Сумом, не треба продавати. Це мені Антон дарив. Ну, собі оставляй, оставляй. Отуда, отуда, це тобі. Да. Угу. Давай, перебирай. От це покаже, дуже хороша річ. Ніхто до сих пор не бере лакоста нове. Тоже симпатична. Вот. Конечно. Новенька лакоста шикарна. Размер скажи. Це велика. Сейчас сама скажу. Семерка стоїть. Така штучка. Тут непонятно, який. Ну як непонятно? Ну подивись. Ну отже написано XXL. Да. XXL лакоста. Made in Peru. Із Перу зроблено. Із пера. Перу? Да. 2XL, да? Да, XXL. Угу. Вот эта штучка. Да. Ну, давай. Вот, померь, вот этот мерила, а не тот. Сошел. Или вот этот померяй. Вот я пришла мерить, захотела. Это же сорока. Так, что у меня тут? Т7. Каждый день, ребята, встаю. Утро начинается с того, что проверяю этот сайт. Каждый раз. Наверное, осталось уже там, не знаю, 9 дней или сколько. 2 месяца быстро пролетело, капец. Нормально. О, у меня перевелось только что. Видно, что-то перевелось. Сейчас покажу, стойте. Па-па-па-па. Депозит. Да, сегодня, видите, 7.11. Перевелось $666. Вот за 3 дня, 20 тысяч. Осталось 8 дней, смотрите. Меня спрашивают. Ти одіваєш, ма? Та одіваю. Оце в мене осталось. Оце осталось. Зараз воно тут. І цей 8 днів. Вот они, в принципе, вместе и закончатся. Даст Бог неделя, и я все вывожу. И слава Богу. Даст Бог, не хочу заранее. Знаете, оно каждую секунду вдруг исчезнет. Не хочу сглазить, поэтому... Что скажут те, которые смеялись? И говорили, какой я идиот. Деньги к деньгам, как говорится. Пусик, пишу, пишу, пишу. Та-та-да-та-да-там. Та-та-да-та-да-там. Пам-пам. Так трудно одевать, блядь. Да что трудно? Ну що? Вот эти штучки какие-то есть. О, ще волосня. Это на руку такие классные одевать на руки. На запястье. Две штуки парные они. Как-то их одевать надо, там закручивается как-то на руки. Это же еще с Амазона, вот так, посылки. Вот это вот херня на... Диванчик. У меня такого диванчика немає, думаю, у вас тоже. На мене узке. А, ну покажись. Та що покажи, я ще не натягла на груди. Вон тобі покажу трошки і все. Узьке. Ні, отут. Ти в жопу, я розсіплю. А ну подави, подожди. Я розсіплю змійку. А де ти? Куди воно на ляшках тягне? Тяни. Я не буду, я вже заморилася діватися. Це на ході шого. Так ти ж не тянеш. О, не треба, не треба. Все. Продаємо. З етикеткою нова. Тікай. Продаємо. Ото треба було одіти. От це одінь. Оце твоє. Оце ти не міряла. От. Я вже замучилась. Стягни її. Чорт. Воно на мене узьке. Я почала в ногах. А це вже узько. От візьми.
Куда я буду ходить? На пляж у меня есть. И сплошные. Так, и отдельный костюм. Ой, ой, потяни. С этикеткой, переверни его. Кто теперь купит после тебя? Ой, это тоже через ногу. Це хороше, це шортики, ти зараз одінеш, тобі понравиться. Російські вивалюються. Тільки куди я буду його? На пляж. На давай який? Тобі. Пляж. Ти ж любиш на пляж ходити? Ходила в тому году, цьому году. Куди ти залізла? Цьому году не ходила. Ой. Воно ж коротенько, от воно. Так, як воно? Ну правда. Шорт, це зад чи вперед? Оце перед. Ти думаєш вперед, да? Так. Да. Все, значить отак. Отак воно і йшло. Ти взяв себе. От раз. Там ногу. Вот. Два. Все. Поднимай. Все. Тяни. Тови руки. Сиськи вивалюються. Так. Тягни, тягни. Руку. Одну. Вот. Вон це любий, хто помагав його одягати. Ну його в шопу. А ну стой. Ну. Мне на раз поїсти. Чуть-чуть так тоже капусту поотбивала, порвала, поотбивала. В общем, так, як ти тільки. Самвел, капуста з курицею получилась бомбезна. Вообще. Курица, вона така жирненька була, ну вообще. Блюдо, конечно, супер-пупер. Молодець. Я тоже так рвала капусту. Ну, я так чуть-чуть зробила, що там мені на раз поїсти. Чуть-чуть так теж капусту поотбивала, порвала, поотбивала. В общем, так, як ти тільки місто свинини куриця. Тоже приправами різними. В общем, спасибо тобі за рецепт. Супер.